Около 15 автомобилей провалились под землю на парковке у ресторана в штате Миссисипи на юге США. По словам очевидцев, сначала они услышали серию гулких звуков, а затем отключилось электричество и провалилась часть дороги. Длина ямы составила 180 метров, ее глубина 15 метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося поясняются.